почему меня не лечит время? Ведь столько дней прошло с той черной ночи, когда, захлопнув дверь, ушла ты в темень, а рана заживать никак не хочет. Зачем звонишь, когда почти уснули воспоминания о минувшей боли? Мы календарь с тобой перевернули, так дай мне право жить своей судьбой. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Не сыпь мне соль на рану и не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она вот здесь болит. Когда-нибудь еще раз позвонишь ты, и я, чтоб мы с тобою стали квиты, тебе отвечу, знаешь, третий лишний. Быть может, полоснув по ране, зачем звонить, когда почти уснули воспоминания о минувшей боли? Мы календарь с тобой перевернули, так дай мне право жить своей судьбою. Не сыпь мне соль на рану, не говори нам взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Не сыпь мне соль на рану, Алена, не говори нам взрыв. И не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Мне соль на рану, она еще болит. Не сыпь мне соль на рану, и не говори на взрыв. Ваше слово, господа, ну? А что у нас, Тянем, тянем, о! Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Поем, Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Спасибо за великолепное начало. Вы видите, как наши участники аплодируют вам, и я уверен, что сегодня вы также будете аплодировать им. Кстати, напомню вам нашу карточную систему оценок. Получить от жюри валет – это 2 балла. Дама – 3, 4 – это король, и туз – это 5! Во время выступления участников вы видите на своих экранах надпись «Живой звук». Хотя впору писать еще и «Живые эмоции». Ведь именно их каждый раз дарит нам ансамбль «Лавухи Кабадди».